Жар? Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... Не этих. Канадец, казалось. Что так произошло? Спасибо, сынок. Ой. Она, походу, отправляется на небо. Баб Нюр, а опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту, прекратите поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться, вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет, сынки. Совсем бабка рехнулась. Дальше всех тут. Я слышу в голове. Мальчик исполнил то, что держал меня, отнесся к человеку. Я освободил ее. Да. Ой, мне мурашки. Мне тоже. Что там? А теперь вам стало молодой. Слушать. Ладно уж. Тут человек. Он в маске. Нет. Не может быть. Я. Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте. Прощайте, мои. О, человек в маске, наверное, врач, который роды принимает, походу. Да. А эта душа, видимо, вселяется в ребенка какого-то нового. Смотри, она все младше и младше становится, да, видишь? Да. О, круто. Перерождение существует. Они все что-то нерадостные. Перед мамой. Может, и осталось бы. Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... Не этих. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, сынок. Баб Нюр, а опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту. Она, походу... поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться. Вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет, сынки. Совсем бабка рехнулась. Дальше всех тут. Я слышу в голове. Мне мальчик исполнил то, что держал меня. Отнесся к человеку. Я случайно. Видите же, что с вами происходит? Что там? А теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж. Тут человек. Он в маске. Нет. Не может быть. Я. Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте. Прощайте, мои хорошие. Выход есть. Просто поймите, что вам для этого нужно. Офигеть. Как-то поначалу было жалко этого персонажа, но сейчас я по-настоящему за нее рада. Извиниться перед мамой. Кукольный домик для Катеньки. Найти убийцу. И мы сделаем это. Жизнь в этой пыльной каморке не заканчивается. Ну, то есть как бы уже закончилась, но вы поняли, короче. Видите, как важно слушать друг друга. Не ругаться. Осталось бы. Вы? Потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... Не этих. Я чуть-чуть просто ленив. Слушай, хорошая озвучка. Мне понравилась. Я еще что-то задумался. Хорошая озвучка прям. Мне понравилась. Опа. Баб Нюр. А опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту. Прекратите поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться. Вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет, сынки. Совсем бабка рехнулась. Дальше всех тут. Я слышу в голове. Мне мальчик исполнил то, что держал меня, отнесся как человек. Ну да, надо выполнить, короче говоря, квест для них, чтобы их выпустили. Говорите же, что с вами происходит? Что там? А теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж, тут человек, он в маске. Нет, не может быть. Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте, прощайте, мои хорошие. Выход есть. Просто поймите, что вам для этого нужно. То есть извините перед мамой. Будь нужна кому-нибудь, может, и осталось бы. Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... Не этих. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, ну, сколько таких людей на самом деле? Очень... Баб Нюр,
А опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту, прекратите поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться, вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет сынки. Совсем покрикнулась. Дальше всех тут. Я слышу. В голове. Мальчик исполнил то, что держало меня. Отнесся, как с человеком. О-о-о. Меня, простите, меня прям эмоции берут. Говорите же, что с вами происходит? Это очень... Что там? О, теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж, тут человек, он в маске. Нет, не может быть. Я... Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте, прощайте, мои хорошие. Выход есть. Просто поймите, что вам... Капец. Блин, не знаю, меня прям тронуло. Это, на самом деле, блин, на человеческое отношение. Почему люди не могут друг к другу по-человечески относиться? Ну, это настолько просто. Но люди друг друга будут поносить, оскорблять за любой косяк, даже миниатюрный, и готовы палить всем чем угодно. Это же касается Ютуба, хейтеры. Почему вообще хейтеры существуют? Люди, вам заняться нечем. Ну, ладно, вам кто-то не нравится. Зачем об этом писать, выливать свой негатив? Для меня это вообще очень непонятная тема. Будьте человечными. Это очень важно. Извиниться перед мамой. Кукольный домик для Катеньки. Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих. Не этих. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, сынок. А? Бабнюр. А опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту, прекратите поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться, вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет сынки. Совсем бабка рехнулась. Дальше всех тут. Я слышу. В голове. Мальчик исполнил то, что держало меня. Отнесся, как с человеком. Я случайно. Говорите же, что с вами происходит? Что там? О, теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж, тут человек, он в маске. Нет, не может быть. Я... Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте, прощайте, мои хорошие. Выход есть. Просто поймите, что вам было этого нужно. Подожди, а тут это не похоже на как в Тане Коко? Отнесся к ней как к человеку. Извиниться перед мамой. Так. Кукольный домик для Катеньки. Найти убийцу. И мы сделаем это. Жизнь в этой пыльной каморке не заканчивается. Ну...